Смотрите, какие шляпы. По уши девочки. Мечта какая. Особенно вот та, вот та, вот та, вот та. Смотрите, какая мечта. Вот это. Мечта. Ну, а желтая. Девочки. А желтая. Вот это вообще прикрывает этот физиономию, что надо заглянуть под шляпу, чтобы увидеть ее глаза. Ну. А вот это мармалиновая. Божечки. Божечки. Ой, девочки, а бант на красный. Ой, господи. Девочки. Ой, единственное, более-менее приличное, и то розу предел. Ой, девочки. Боже, девочки. Божечки. Ну куды ж идем? Ну куды идем? Это ж надо хазбанту на метр как минимум в сторону уходить. И плестись самой. Девочки. Какие шляпы классивые. Бозочки, девочки. Ой. Какие классивые шляпы. Шляпы. Ой. Давайте ее положим назад. И тут она была. Ой, бузочки. Ну это же надо, такие сляпки. Ну а вот это. У меня есть с цветами шляпа. Я в этот, в Хэллоуин ее ношу. Такая черная с красным. Ну вот на Хэллоуин я ее ношу. Вот там он голубая такая, да, с этим, с бежевым. Смотрите, голубая с таким золотым, золотым. Понятно, сколько стоит? Чего ж я вам не говорю, 10,99. И там, наверное, примерно так же. 12 желтая. Ну, желтая это отпад, да? Ой, умереть и не встать. 12. Красивые какие шляпки. Бузочки. И синюшная там такая, да? Смотрите, какая синюшная. Сейчас с ободком, сейчас покажу. Я думала, это две, нет, это одна. А может и две? Нет, одна. Бузочки. Поняли, да? Боже. Куда мы ее? Куда мы ее с хазбандом наденем, а? Бозочки. Ой, господи, хоть бы одну даму увидеть. Увеличено все было, да? А, кто-то писал, говорит, в церковь ходят, возможно, чернокожие женщины в свою церковь ходят. Ну, вообще, в этих нет, не видела я в шляпах в церкви, нет. Это все-таки фэнси. В церковь ходят красиво, но скромно. Хорошо. Ну, набор роз классный, да? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бум-бум-бум-бум. Розы. Подружка на Хэллоуин вот такое вот на голове тоже одевала. Так, впереди. Хорошо ей. Помню. Ну. Вот такие эти самые. Сколько там она сейчас скажу? 3,99. Дрык-дрык-дрык. Дрык-дрык-дрык. Ну. Дрык-дрык-дрык. За 3,99. Дрык-дрык. Кто-то сказал, боже мой. Дрык-дрык-дрык говорит. А я не знаю, откуда это прицепилось. Может, вы научили. Я не помню. Ой, что-то оно у меня все падает после жит. Может, вы научили. Шарфы теплые. Боже мой. Это какая-то надувается. Надувается. Что это такое? $3. А что это такое? Руки нет. А, муфта, муфта. Муфта, да? Или это шарф? Ну что, он надувается? А, нет, это просто эмблема. Данна Коран написано. Муфта. Боже мой. Как раз вот это нам во Флориде необходимо. Зимой. За $3. Зимой. Плюс 25, да? Летом плюс 35, а зимой плюс 25.
И нам это очень нужно. Вот. Поэтому она $3 здесь и стоит. Не Аляска же. Ой, ну сляпы это прям вообще. Бодзицки. Вот это какая-то такая, что самая бедная женщина вот это купит, приплюснет. Самая бедная. Это магазин Burlington. Я пришла для ванны пену. Я здесь когда-то брала, ничего, здесь эти самые. То есть магазин простой, очень простой. Там не натуральная кожа на обуви туда-сюда. Но все эти мыла, все вот эти вот наборы можно брать. Так, ничего. Но здесь только лошионы. Что-то я не вижу того, что я здесь брала. И, кстати, я здесь находила лак для волос свой, который я заказываю на Амазоне. И это... И дорогой. А здесь нашла как-то, ну, случайно. И, ну, их больше не вижу. Крема для фейсов. Ну, и это крема для фейсов. Вот. Поднимает, разглаживает за 5,99. Помогает от этого диареи. От всего. С витамином С. С витамином С. Крем. Витамин С. Там, где буква I, I читаем, не I. Как слово China. Русь в России говорят China. China. Там, где буква I, читаем I. Редко бывает exception, читаем I. Но... Девочки. Такое прямо. С ума сойти такое все. Тяжеловастенькое такое. Девочки. 7,90. Мне, кстати, красное нужен, но не столько. Что-нибудь в один башарик. У меня шарик есть красный. Уже старый такой стал. Классный такой на цепочке, на черный. Обыкновенный шарик. Но он так подходит ко всему. Прям такой вот. Вот такой вот болтается вот тут между грудей. Прямо таки обращает внимание. На грудей. Угу. Вот. Ну. Это платочки белые. Платочки белые. Завязывайте платочек, и на сумку нарисовано. И вам, куда хотите вам. И на голову волосы держать, девочки. Ну, замуж идем, нет, это milk color, молочный цвет. Замуж идем в белом, не так ли? Чё ж мы в милке пойдем, тем более в черном. Ну, вот. Купальники. 19, 20, 24. Слитные купальники. Пришли в домашнюю утварь, то, что нам очень нравится. Да, девочки? Вилки, ложки. Если бы одна была больше, чтобы около плиты поставить в нее, класть эти спатчула, а может и не надо. Надо все мыть и убирать, чтобы вообще на столе ничего не было. Самая красивая обувь. Или здесь... Дома с нее классения, это подсветники, туда свечку вставляешь, и красиво вот эти вот. Ну. Так, это мы были, сейчас мы пойдем. Дома с нее классения. Картины, бозочки, да, этот, веники. Это пахнущие, эти высыпаете, да, $6. Открывайте пакет, они пахнут. Вот эти вот. Высыпаете в вазу. И пусть стоит. Вот такую вазу покупаете. Ой, вот такой вот я никогда не покупала. Это может быть и не понимала, я имею в виду. Из деревяшки сделаны. Это может в какой-нибудь музей леса поставить. Поднос, разнос, блюда.
5, 10 и 7 долларов в офис Глобуса. Свечи. Блюда. Мальчики, видите, какие высокие, хорошие мальчики. В масках. Мальчики. Не английский язык. Это Скандинавия. Ага. Или Канада, французский, что-то в этом роде там слышу. Но не американцы, мальчики. Веники. Букеты, веники. Букеты. Венки. Картины. Картины. Девочки, если муж подарит вот такую картину, да? Догадайся, мол, сама, да? И там подпишет Лена, да, например, да? Угу. Тут же будет убит. Идем дальше. Полки навесные. Стоячие полки. Полки стоячие. А ну подождите, мне стоячая полка нужна или нет? Сейчас подумаю. В клозете. Так, я подумала, не нужна. Хотя полки всегда нужны. В клозете лишние. Там под потолок всегда надо. Это коробки. Такое есть везде. Такие ужасные подушки. Вот. Ой, я почему-то прошла здесь. То ли свежий цемент, там что-то прошлось я. Вот, ну, картины. Это прямо Индия-фильм какой-то, да? Красиво в этих, в блесточках. Эти макраме и религиозная тематика. Католическая, конечно. Горшки с цветами. Подставки под горшки. Ну, ничего такое, да? Подставка под горшки. Ой, не вижу это. А, их две здесь. Это две стоит. Поняла. Две вместе. Ой, что-то они тут цементируют, что ли, а я хожу. Please don't sit on the furniture. On furniture. Пожалуйста, не садитесь на фурничур. Ой, правда, они тут чем-то... Не садитесь на фурничур. Фурничур это... Фурнитуре пишется. Фурничур это... Мебель. Фурнитуре пишется, фурничур произносится. Спросите у них, почему так переделано. Никто не скажет. Ой, божечки, какие сильные девки. Ой, ну, сейчас я, подожди, вот с той стороны зайду. Они, наверное, вот этот пол цементируют, там работники, что они там собрались. Так. Полупустой какой-то магазин. Обычно вот к Новому году все заполнено. А этот еще магазин новый. Может, они его просто не заполнили. Какой-то пустой, да? Смотрите, все пусто. Так, подождите, какие там конфетки? В этих магазинах бывают хорошие такие. Эти орешки, конфетки, такой зеленый чай. Зеленый чай такая упаковка. Это вот все такое. $4 зеленый чай. Вот. Ну, чай Black написано, чай не Black. Black это Black, черный. 3,49. Чай черный, макароны. Сироп. В кофе лить. Оливковое масло. Ну. Так. Эти полотенца вешать на... Полотенца вешать на... На дверь.
Можно внутри, можно снаружи. Куда помещается. Дрык-дрык-дрык. Так. Вот там такое прямое, здесь не прямое. Ага. Сколько стоит, например? Файбер. Нет, файбер — это клетчатка вообще-то. Ну да, да, но имеется в виду, что... Да, файбер — это клетчатка. Даже когда прописывает врач, он пишет вам файбер принимать. Как по-русски вот эти вот таблетки файбер? Как же они их назвать-то? Ну, клетчатка. Вот у кого этот... Запоры, я извиняюсь, constipation. Учим английское слово, я вам его говорила. Constipation, запор. Диарея — это понос. Диарея, ну, диарея. Ну, так вот, у кого constipation, fiber прописывает. Пить. Меньше жрите, вот меньше покупайте вот эти, хорошие. Сливать воду, да? С дырками. А меньше, а больше жрите fiber. То есть зерно неочищенное, прямо неочищенное жуйте. Файбер. Вот. Стекляшек набор. Стекляшек набор. Есть там цена? Нету, не буду. Снятые себе сковородовки. Сковородовки. О! Смотрите, какая сковородовка. Купер. Купер — это этот медь. Ой-ой-ой-ой, какая тяжелая сковородовка. Подождите-ка. Ой-ой-ой-ой, тяжелая сковородовка. А, это ее просто отрезали, там написали. Я думала. Ну, слушайте. Сковородовка. Сколько стоит, она прямо интересна. Такая большая. Ой, нет, но эту не унесешь. Там, интересно, ручка есть дополнительная, чтобы держать. Вот она. Такая же. Ну, долларов, наверное, 25 стоит. Тяжелая. А так хорошая квадратная сковородовка, да? Девочки. Ой, ладно. Так. А вот этот с этим. С ситечком, наверное, да? Ага, варишь макароны. Дрык-дрык-дрык. $17. Макарона тяжелая. Что она такая тяжелая? Сама сковорода, это кастрюлька тяжелая. Кажется, там люди пошли русские, кажется. Я уже перестала даже разговаривать. Русские. А, у меня был этот... Да вот, когда в Индиксе были. Вчера видео... Не, еще не вышло видео. В Индиксе еду брали, да, на пляж? Ножички. Ножичком, говорит, почикает тебе. $8 ножички. Еду брали на пляж. И, девочки, кто керамическими ножами вот пользовался, напишите, как они в этом самом. Они режут или нет? Или это не керамические? Короче, про керамические ножи напишите, у кого есть. Хо, вот этот набор, да? Хорош. Они все там одинаковые, что ли? $17 наборчик. Дрык-дрык-дрык. Берем еду в Дели департменте, да? А он, парень, туда-сюда накладывал, потом что-то я говорю, нет, не надо этот один, что-то он, а он мне говорит, хорошо. И так еще тихо сказал, мне именно, потому что слышал этого самого. Это мыть посуду, dish soap написано. Dish, посуда, soap, мыло. Мыло для посуды, $5. Слышите? Возьму одну, наверное. Возьму. А он это.
Говорит, хорошо, и так хорошо мне. Умереть и не встать. Но это тоже дешсоп. Тоже дешсоп. Это 5,99. Так а что ж я буду тут за 5 брать, если этот стоит большая бутыловка. Да? Этот floor cleaner. All floors. Все полы. Чистильщик. All floors. Floor это один пол. S на конце полы. Cleaner. Клин чистить и R в конце, и R в конце. Тот, кто это делает, клинер. Ну, так это. Так это самое. Подождите, это кленди, какая нам размер бутылочки, да? Ну, наверное, это ж хорошая. Это не хорошая. Ну. А вообще во Флориде мы не бегаем. Я когда жила в других штатах и только приехала, мне так хотелось русских понаходить и с ними поболтать. И кто чего. Потом, когда их именно в тех штатах, где их мало, вот, обчелся. Они есть, но они живут все в разброс, да? Вот, ну то есть на этот, встречаться надо съезжаться с больших расстояний. А красиво, ручки разрисованы. А во Флориде здесь их куча, этих русских, русскоязычных, я имею в виду. Так что мы уже на них не обращаем никакого внимания. Ну. Так. Да, прошли тети, по-моему, русские. Тра-та-та, тра-та-та, тети прошли. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Кто украл этот крышечку на чайничек? На чайничек крышечку сперли. Хоть и я ей. Это самая вот такая посуда у нашей этой, да, моей подруги. У меня тоже есть кое-что, но не столько, сколько у нее. Ой, смотрите, для салфеток. Это для салфеток, да? А может и нет. Какая красивая. А ну. Даже не вижу для чего. Ну, для чего хотите. Вот эти салатнички, ничего, да? Такие дрык-дрык-дрык. Вот. Девочки, а куда же это мы идем? В таком-то платье. Ой, ужасное какое платье. Прямо ужасное. $20. Здесь все дешево. Ой. Ну, в этом-то я знаю, куда ходить. Да, девочки? $10. Ну, и в этом мы знаем, куда ходить. Да? Но в этом тем более. Запишитесь в клуб и посещайте вот эти, особенно завязки. Какая прелесть. Ну, а эти еще никуда не ходят пока что. В коляске еще игрушками играются, погремушками. О боже, какие штаны. Что это за штаны такие? Какая прелесть цвета. Ой, мама моя, это большой размер, подожди. Поменьше, чтобы в кадр вошел. $12 штаны. А такое, что спортивное, да, такое? Или это спецодеждовская? Ой, ну это очень большой размер. Вот там девочки ходят сзади с кричащими детьми. Большого размера, такого огромного. Девчонки американские. Вот. Тут детская обувь. Ну, интересно. Да, это спецодежда. Это, скорее всего, спецодежда, да-да. Ну, хорошо. Кстати, качество хорошее. Такое шелковистое, классное. Да, это спецодежда. Куда хочешь. Хочешь медсестры, иди. Хочешь куда-нибудь. Так, ну, трусы я смотреть не буду. Вот. Вообще Берлингтон магазин называют для, ну, чернокожих девушек. Здесь много женщин постоянно. Даже не знаю, почему их много здесь, не знаю. И мужиков тоже много.
И мужиков много. Штанишки, плюсировочка, да? $8 штанишки. Тут что-то так дешево. $8 штанишки, плюсировочка. Вот. Так, нет, я себе ничего здесь не буду покупать. С Хазбанда купила, не купила еще, но футболок вот взяла. Сколько там, 3-4 штуки, очень хорошо. Пусть носит, радуется.